Максим Майоров, коллекционер из Самары. Собирает изделия из чугуна уже на протяжении 7 лет. Рассказывает, самая первая вещь, которая к нему попала от знакомого – скульптура крестьянки с граблями на лошади. Тогда Максим про чугунное литье ничего не знал, но, увидев скульптуру, заинтересовался и стал изучать это направление в искусстве. За годы коллекционирования Максим собрал более 300 экспонатов и решил представить их в Самарском областном художественном музее на выставке «Формула чугуна». Я удивился, насколько вот чугунные вещи, которые в нашем понимании как бы работают только как промышленные объекты какие-то, вот, они могут быть реализованы именно в этой чугунной художественной пластике. То есть настолько уникальные работы и качество их воспроизведения, что они мне как бы в душу запали. На выставке представлены экспонаты второй половины 19-го, начала 20 века. Это работы крупнейших уральских предприятий – Кослинского и Кусинского чугуноплавильных и железоделательных заводов. Так как в Самаре нет специалистов по такому направлению, Максим обратился к коллегам из Екатеринбурга. Коллекция Екатеринбургского музея – одна из самых крупных в России, и у нас большой опыт ее исследования и большой опыт экспонирования этих предметов, то логично было обратиться именно ко мне. Важно отметить, что в Самарском областном художественном музее не было собственной коллекции литья. Но через месяц Максим Майоров передаст в дар некоторые работы из своей коллекции. Это очень радостно, потому что это вселяет надежду на завтрашний день музея. Когда есть попечители, дарители, то эта история продолжается, и такая она и должна быть. Я думаю, что и для гостей города, и для нас самих это новое такое открытие. Выставку «Формула чугуна» можно посетить до конца сентября. Полина Чулюкова, Сергей Баслин. События.